Умолкла музыка в церквях, и детский плач, и песни стихли. Какое время на часах, как близко мы к святой отчизне. Закрыты церкви на замок, и мы не можем собираться. Нам для себя бы взять урок. Давайте в вере укрепляться. Давайте вспомним, сколько раз служение просто пропускали, и сколько было лишних фраз, и церковь сколько осуждали. Нам снова милость Бог послал и время дал для рассуждения. Внезапно церковь не забрал, еще нам дал предупреждение. Еще возможность нам дает склониться низко на колени, но знаем, скоро день придет, когда отнимется прощение. Закрыты церкви, тихо все. Какое чувство в сердце нашем? Я верю, нам не все равно, что мы не можем собираться. Не можем в церковь дверь открыть. Не можем вместе петь и слово слушать. Не можем вместе мы побыть. И в церкви тихо, в церкви пусто. Насколько знает только Бог, насколько двери все закрыты. Но счастье то, что с нами Он, и двери к Богу нам открыты. Но слава Богу, что мы можем общаться с Богом, можем мы, хоть нам встречаться невозможно, но с нами Бог, Он впереди.